Тема 847. Лечение шума в ушах через интернет. Три молоденькие изобретательницы из Ирландии придумали оригинальный способ лечения шума в ушах с помощью специальных звуков, которые делают своеобразный массаж внутренней поверхности уха. А если для лечения этого заболевания достаточно просто звуков, почему бы не лечить людей через интернет, просто давая им доступ к этим звукам, как многие коммерческие сайты дают платный доступ к интересным материалам. И девушки создали специальный сайт для лечения шума в ушах. RestoredHearing.com. Пациенту достаточно раз в день в течение месяца послушать эти звуки, и его проблема уменьшается на 15. Лечение стоит от $49 за месяц до $209 за 6 месяцев прослушивания. Как говорят изобретательницы внутриушного массажа, около 300 миллионов человек на Земле страдают от шума в ушах. Это все их потенциальные клиенты. Правда, бизнес молодых девушек не ограничивается только онлайн-прослушиванием лечебных звуков. К концу года они хотят выпустить еще беспроводную гарнитуру, чтобы люди могли лечить свои уши на ходу, а не только сидя у компьютера. Но сама идея лечения звуком через интернет мне кажется очень интересной. На звуках в интернете кто только не зарабатывает, но впервые я встречаю проект, в котором звук играет не развлекательную, а лечебную роль, и выдается, как лекарство, дозированное за деньги. Если вы близки к медицине, можете подумать, что еще можно лечить в интернете звуками. Заикание, стресс, депрессию, зависимость от чего. Либо, если придумаете, можете точно так же лечить несколько сотен миллионов людей за их деньги и ради их здоровья.